7 марта 2023 года около 21:30 на улице Ларина в районе дома номер 2 произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель трактора при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству ВАЗ-2110. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2110, молодой человек, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Обстоятельства выясняются.